седан, баклажан, лада седан, баклажан. Вам нравится ваша машина, вот эта комфортная, такая классная? Да. А какие у нее плюсы? Ну, плюсы то, что машина хорошая. Ну, то, что бренд Lexus. Скажите, пожалуйста, у вас есть машина, автомобиль? Нет, нету. А хотели бы? А что, хотели бы, конечно. Ну, как бы на вашу машину выросли сильно запчасти? А, да. Какие у вас автомобили? Паджеро. Паджеро, а вторая? Мира. Мы бы хотели себе ну, семейную, большую, потому что у нас пятеро детей. О, ничего себе, классно. Мы хотим купить. Выплаты падают, наверное, вообще какой-то этот вклад в будущее, так сказать, да? Пассивный доход. Ну, не хватает только на жилье, на еду, но на машины пока не хватает. Добро пожаловать в мой автопарк. Вот сколько у меня машин на каждый день. Это у меня на понедельник, это на вторник, это среда. Есть машина? Есть. Какая, если не секретик? Лада. Лада? Это... Малиновая? Нет? Нет. Малиновая Лада. Это даже я песню такой не слышал. Не слышали такой песни? А вот на этой, кстати, я езжу, получается, в Бичуру за картошкой. Как с нынешними, со всеми спецоперациями обходится обслуживание автомобиля? Стоит на стоянке, хожу пешком. И как вам ездится на этом автомобиле? Очень хорошо, прекрасно. На дачу и обратно. Какая есть, то и радуюсь. А какая у вас машина? Subaru Forester. Я плохо разбираюсь в марках, и у меня нет определенные, просто, наверное, внешние предпочтения. Вы прям как я. Да? Я тоже не разбираюсь, лишь бы красивенькая была такая. Просто большая. Большая, красивая, да. Так, делаете на машине? Паркуемся. Паркуемся. Я думаю, вы возите кого-то. Дед мой. А, я думал, депутат. Как ваши делишки? Нормально. Здравствуйте. Привет. Как ваши делишки? О, лучше всех. А скажите, пожалуйста, а вы бы хотели себе машину? У меня есть. У вас есть? А какая? Гибрид. Альфа. Альфа? И как нравится она вам? Нравится. Бентли, Ауди, не знаю, Мерс. Нет, не смотрел. Это ваша машина мечты? Нет, или, может быть, все-таки вы мечтаете о какой-то другой машине? Нет, это та машина, о которой мы мечтали. У вас есть машина мечты? Есть. Какая? Поделитесь со мной, пожалуйста. На которой я езжу. И какая это у вас? Ну-ка. Хонда. Хонда какая? Хонда Фит. Хоть груз вези, расстилай, и хоть спи. Ничего себе. А у вас есть машина мечты? А мне зачем? Я уже старый стал. Может быть, мечтали когда-нибудь там о Бентли, я не знаю, Мерседес, Ауди? Не, это нереально. У «Жигулей» постоянно шаровые вырывает, колесо на бок, машина или авария, или надолго замерз. Хотите, я тоже покатаю. Нас сейчас раздавят, давайте убежим куда-нибудь. А куда раздавят? Мы их сами раздавим. Конечно, согласен. А у вас есть машина мечты? Пишите комментарии, ставьте лайки, и самый классный комментарий получит подарок от службы доставки цветов «Светули».